Всем привет, ребят. Ну что, вот и пришло обновление на немецкий сервер, на английском его, к сожалению, еще нет. Сейчас я еще разок чекну. Только что смотрел, еще не было. Может, уже что-то обновилось? Не, нету. Немку быстрее обновляют, хоть и позже запускают обновление, но делают это быстрее. В общем, у нас все тоже здесь, что и на остальных серваках. Дали наборчик за один самоцвет. Я считаю, это однозначно плюс. Также добавили сразу же талант, как видите. Ну, того не стоит. Судя по цене, вы и так это поняли. Также добавили эмблемы нового таланта. Вот эти вот новые сумки, в которых можно вытащить расходники. И добавили, вот видите, девятую эмблему сразу же. И 150 вот этих прокачек титула, которые действительно нужны будут, потому что это очень сильно улучшает ваш аккаунт в целом. Ну, думаю, вы уже знаете, каким образом и где. Так, с этим разобрались. Почему я решил сегодня записать еще этот видос? На этом сервере наконец-то появилась акция, которую вчера писали в группе. Новая акция. И, как оказалось, это не что-то мега прям супер пупер новое. Так, тут у нас нету. Остров у нас не поменялся, то, о чем я говорил. Остров у нас не поменяли из-за того, что, в принципе, его обновят только в следующий раз. Ничего не поделаешь. Обновляется он для всех серваков, насколько я понял, вместе. А вот эта акция, то есть накопление, ну, собери пачку себе сам, оно здесь вроде то же самое, как и было, ничего не поменялось. Здесь герои у нас, там у нас на первом скины. А вот это вот просто авиар, как авиар, но только немножко по-другому. То есть эта акция в анонсе была... Блин, что там? VPN-ку, а то Zoom не лобает. В анонсе она была как типа новая, но это тот же самый VR. Мы сталкивались с такой уже акцией VR. Просто идет вверх, а этот идет вертикально и горизонтально. То есть вам надо выполнять определенные задания. Ну вот плюхи, то есть это донатная акция. За выполнение определенных заданий вы получаете плюхи. То есть ничего, в принципе, сложного нет. Полностью все плюхи вот здесь. То есть это один в один. Ничего, скажем так, не поменялось. В принципе, все тоже и все так же. То есть, как видите, без изменений. Кстати, у меня здесь... А у нас здесь есть тыковка. Что ее... Я на нее еще талант до сих пор не выбил. По-моему, здесь и таланта нет. Или коробок нет, или таланта. Коробки есть. В общем, надо этим заняться будет сейчас. А вот, то есть такая акция. Одно и то же, по сути. Все думали, что это будет что-то мега вау новое. Я тоже думал, что-то придумают под Новый год. Они просто... поменяли положение, расположение призов, и все, и на этом все закончилось, скажем так. Вот так вот. Так, что я хотел? Нам надо хоть как-то тыковку прокачать, ребятушки, чтобы пройти локацию. Вот нафиг, ну одни беги, короче, падают. Это хорошо. Так, просветище. Ну тут просвет пихать можно, в принципе, тыкве. Может, у меня на тыкве у меня нифига нету. Нам бы водушку какую-то вытащить, что ли. Так, летях у нас с замедлением топчик. Длиной у нас топовый.
Блин, куча ожогов падает. Вот здесь не хватает нам, конечно, Фрейки. Да, видите, на тыкву хрен соберешь. 390 самов получили. И попробуем сделаем удачный роллинг по 450. Хотя, с другой стороны, нахрен мне этот роллинг. У нас есть сегодня пират, лучше потратим на пирата. Это будет лучшая трата, наверное. Вдруг мешки урника выпадут. Бум! Тык-тык-тык-тык-тык. И знал, что ни хрена толком не выбьем. Давайте по 150 добьем. Ну, надо сливать. Однозначно самую надо сливать. Они не должны копиться на бездонате. По крайней мере, у меня. Ну, в общем, как видите, ни хрена толком не выбили. Ладно, идем попробуем хоть так зафармить эту локацию. Хоть что-то у нас получится. Там, в принципе, левел героя вообще нафиг не нужен. Ну, как бы нужен для убивания, но... На первых этапах, думаю, будем и так тащить. Ну, попробуем, по крайней мере. Беру героев. Хоть каких-то. Такой у нас вообще огонь. Стартуем. Так, стрелок. Ну, тут однозначно нам надо будет выкидывать всех. Так, пробуем здесь ледяху закидывать. Наверное, изначально на первом. Ледяха, тыква, стрелка подальше, Афинка, ворожей, роза. Все. Ну, может хоть так затащим. Хоть часть сделаем. Ну, это аккаунт вообще без прокачек. Нам однозначно надо фармить. Сейчас надо на всех аккаунтах у себя фармить, потому что тебе ты потом столкнешься с проблемой с титулом. То есть, это, блин, никуда от этого не денешься, придется раз в день фармить на каждом аккаунте. Не пропускать. Ну, Минотавр. Злобный Минотавр. Ого, нифига себе. Пожалели бы хоть нас. Так, отлично. Первую забрали. Поехали за второй. Оставься. Не хочет. Ух ты, нифига себе. Вы что, прикалываете, что ли? Офигеть. Ну, конечно, я их убью. Они просто угорают, походу. 9-15. Ну, шансы, конечно, есть, но реально очень хреновые. 4 осталось, не. Может, а может и повезет. Не, не повезло нам. Давайте еще раз стартую. Да, жестко как-то. Так, Петяха. Афинка, тут Махатму закинем. Стрелка. Кубчика попробуем. Ну! Вообще жесть. По-моему, для этого аккаунта это реально сложно. Так, а что у нас по КГшкам? Да не особо у нас всего хватает. Надо ледяхе прокачать скилл. Да надо всем прокачать, и тыкву надо скилл качнуть. Толку я ее поставил, если у нее скилл не вкачанный. Жизнь боль, в общем. Будем, вот она вся
Вот без доната. Так, ну попробуем еще разок. В принципе, нас тут особо не спасет. Да, не вариант, видите? Вот то, о чем я и говорил, в чем будет проблема в дальнейших волнах, они будут очень быстро выходить, их реально очень будет сложно словить. Ну, это опять же, в зависимости от ваших прокачек, у меня здесь прокачек-то нету, поэтому мы ни хрена не можем ее словить. Но это, конечно, весело. В общем, вот так вот, ребят, пишите комменты, ставьте лайки, всем удачи, всем пока.